Лена. Кирилл? Кирилл. Лена? Лена. Будешь играть? Да. Смотри. Смотри. Вот и дом полетел. Вот и дом полетел. Вот и собака полетела. Вот собака полетела. А вон смотри-ка. А смотри. Мать прилетела. Мать прилетела. Дом летит. Дом летит. Собака летит. Собака летит. Мать летит. Мать летит. Грудь летит. Грудь летит. Извините. Будем все сначала. Дверь-то не закрыли. Вот тут у нас пришел Юра. Юра. Нет. Кафе. Нет, кофейку сейчас не пьем. Нет этих долгих лет. Только и тебя со мною рядом. Я вообще актриса профессиональная. Пришла в интернат работать, потому что у меня была идея попробовать исследовать методы театрального искусства в качестве поддержки. Кирилл не только хороший артист, один из любимых моих партнеров, но и большой-большой помощник. Кирюха. Здорово. Вот видишь, сейчас про тебя фильм снимают. Во-во-во. Но мы должны отсюда уйти, пойти к Ире в мастерскую. Давай? В мастерскую. Покажешь, как ты вышиваешь. Давай, поехали. Только к вечеру у него появляется свободное время, а до этого момента он занимается в арт-студии, в рукодельной мастерской, в керамической мастерской, в мастерской, где делают замечательные деревянные игрушки. Кроме того, он помогает ребятам, которые живут 7 месяцев на отделении, и делает он это всегда легко, да, он никогда не скажет «нет». Да, это я рыбу вышивал. Ангел. Сейчас покажу цвет. Оно неправильно. Вот оно. Это точно оно. Это сначала с нее зарисовываешь. А потом я уже вышиваю. А долго ты вышивал вот эту работу? Да, уже я долго. Еще до своей поездки. В Германию, да? А вот потом я уже приехал, я уже новый пошел. Одна, вот вы видели, у кого работает, и он делает очень крупные стежки. Именно благодаря этой книжке он стал вышивать такие, я бы сказала, духотворенные работы. У него уже не первый ангел вышивается, вот даже вот Георгий Победонос, мы очень такую большую композицию вышили. Моя функция заключается только в том, чтобы в вовремя вставить иголку в нитку, и, естественно, рисунок мы наносим предварительно на какой-то вот исходный материал. Что ты рисовать любишь? Что захочу. Хочу рыбку, хочу птичку. Могу нарисовать даже теплоход. Я уже в студии уже много чего. Меня даже все хвалят, что такие вещи я делаю. Когда я такие смешные работы сделаю, любят, конечно. Но мои уже здесь уже нету, моих работ. Но мои уже уехали. На выставку? Всяких разных городам. Ни одной же, то же самое в Германии, да? Еще я в других местах отправляю. У меня для тебя есть сюрприз. Поскольку ты художник, я дарю тебе альбом для рисования. Там много листов, и ты, когда захочешь, можешь рисовать.
второй лесе подарок. Формочка такая. Тут мотоциклист. О-о-о. Вот, я тебе смогу залить раствор. Это гипс. И 3 часа он сохнет, и потом тут есть краски, и ты сможешь раскрасить. Класс! Ну, я со своей мамой вообще это редко совсем, один раз в месяц. Приезжаю, да? Ну, летом никак, а вот сейчас осень, она может в октябре приехать с братом, да? Сестра, могу сказать, даже... Она, в принципе, приездила ко мне. Уже сейчас не может, да? У нее, она еще, во-первых, в декрете. У нее 2 ребеночка. Маленьких. Кирилл и Илья. Ухаживает, белье купить, кормить. Ну, по телефону я с ней совсем редко разговариваю, да? Мою сестру Машу, вторую сестру Аня. Я сначала с ней общалась по телефону. Аня, вы кем хотите? Ну, в принципе, я хочу стать врачом. Потом я с Леной Алексеевой разговариваю с Виктором Константиновичем. Наш врач. Ну... Они сказали против. Да. Хочет, так пускай. Живу вообще в 11, да? Но пока у нас волонтеров не будет, пока не найдут, буду я главный своей палате. Тебе нравится быть главным? Да, я главный стою, я там... Порядок держишь? Да. А как ты вот дисциплинируешь, расскажи, чтобы все слушались. Если под одеялом залезешь, откроешь глаз куда-нибудь, а глядишь, тут свет включен. Ага, а вы не знаете, сколько времени, спать уже пора. То есть строго разговариваешь? Да. А что тебе говорят? А вы тоже гуляете все. Мне из-за вас не уснуть. А когда я сплю, нет, никого, хорошо засыпаю. А про Кирилла скажи, ты дружишь с ним? Да. Дружу. Я тоже. Чай пьем. Да, вот, да. Здесь. Ну, помните. Я здесь чай не пью, потому что я... Музыку слушаю. Да, они музыку слушают, но я сейчас... Разговариваю. Вот, Дина ее зовут. Они с ним друзья. У меня, допустим, черепаха есть, да, девочка, но она маленькая.
Она очень быстро бегает. Она мне в аквариуме. Я меняю один раз в месяц. На улице вот выйду с ней, погуляю, да? Она меня любит, травки любит. Но травки еще не знаю. А вот листочки, цветочки, она запросто съест. Очень шустрая. Если где-то я с ней поезжу, она тоже убежит. Самое главное, чтобы быть рядом. Вот там, если на улице собаки, там вдруг съедят. Вот если там одна нянечка, да, ну, одна на всю нашу группу, она же не может все сразу так быстро, да? У нее же она одна, и у нее две руки. И помощи нет никакой. Поэтому мне нужно ей помочь. Вдруг там Виталику надо что-то сделать. Вдруг надо помочь Костику. Покормить, если переодеть, если грязный друг. А как ты считаешь, кто такой настоящий друг? Кто такой настоящий друг? Ну, я. Я это все делаю.